Дорогие коллеги, в этой лекции мы обсудим принцип единства судьбы, прав на земельные участки и построек на нем. Я расскажу, почему российскому праву суждено было усвоить принцип единства судьбы, почему оно не смогло бы существовать без этого, как реализуется принцип единства судьбы при совершении различного рода сделок, купли-продажи, ипотеки и так далее. Смотрите на видеоконсультант.